случай. Меня зовут Федоровский Алексей, я чемпион Украины Brewers Cup. И сегодня я бы хотел немножечко поговорить о весне. Она пришла, все так прекрасно, и всем хочется свежих витаминов. И поэтому я вам расскажу сегодня рецепт прекрасного напитка Orange Cappuccino, который я ввел в Украине в позапрошлом году. Это идеальное сочетание утреннего кофе на основе эспрессо, свежевыжатого апельсинового фреша и сахарного сиропа. Все, что вам понадобится, это выдавить свежий фреш из апельсина, добавить 10 грамм сахарного сиропа, взбить его в молочнике, как взбивается молоко на капучино, и влить тем же способом в кофе, как вливается капучино. И вы получите идеальное сочетание утреннего кофе и апельсинового фреша. Подписывайтесь на наш канал Gemini Espresso, ставьте лайки и прекрасно себя чувствуйте.